господа. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас большой праздник. Здоровенькие булы. Шалом. Здравствуйте. Сегодняшний фестиваль пройдет в самой необычной обстановке, начиная с того, что нас сегодня двое. Я с удовольствием представляю известную журналистку и телеведущую Елену Хангу. Здравствуйте. Спасибо. И великолепную, обворожительную Елену Шевченко. Думала ли я, простая русская баба, что когда-нибудь буду вести джазовый карнавал не в Нью-Йорке, не в Чикаго, не в Новом Орлеане, а в украинском драматическом театре в Одессе. Это так прекрасно. Но мы уже хорошо знаем, что джазовый карнавал может пройти только в таком городе, как Одесса, многонациональном. Городе, где любят юмор, шутку и импровизацию. Удивительный, красивый, ухоженный, чистый город. И люди замечательные, улыбаются, расслабленные, остроумные. Знаете, я бы сравнила Одессу с бутиком. Знаете, вот есть большие города, а вот есть штучные бутики. Вот именно в этом городе, мне кажется, может быть такой джазовый... Я должен выполнить официальную функцию и выполняю ее с огромным удовольствием, потому что по распоряжению Одесского городского головы Эдуарда Ильича Гурвица, отцы-основатели этого праздника джазовой музыки и те люди, которые вложили душу в создание джаз-карнавала, награждаются знаками отличия городского головы. Я с удовольствием приглашаю на эту сцену Михаила Павловича Фрейдлина, автора идеи и генерального продюсера, который награждается знаком городского головы благодарности. Таким же знаком отличия награждается художественный руководитель джаз-карнавала. Сегодня один из самых востребованных и интересных джазовых музыкантов не только в Украине, но далеко за ее пределами, заслуженный деятель искусств Украины Юрий Кузнецов. Почетные грамоты исполнительного комитета Одесского городского совета. Вы знаете, есть люди, благодаря энергии которых все крутится, вертится, и главное, что приходит к хорошему результату. Если бы, наверное, не было бы Натальи Николаевны Артновой, многие фестивали прошли бы хуже, чем они, так сказать, могли бы стать. Дело в том, что она действительно вкладывает душу в создание этого праздника джаза. Исполнительный директор джаз-карнавала Наталья Эртнова. На самом деле я хотел бы предоставить слово локомотиву одесского джаза, лидеру одесского джаза Юрию Кузнецову. Пусть он скажет первым. Маэстро. Дорогие друзья, мы сегодня находимся в уникальной ситуации, потому что мы должны сегодня загадывать желания все и в зале, и на сцене, и музыканты оркестра должны загадывать желания, потому что мы находимся между двумя прекрасными дамами и двумя Еленами прекрасными. Вот. И я думаю, что это символично, что десятилетие у нас в таком замечательном окружении. И две прекрасные Елены сегодня запускают наш фестиваль в долгое плавание. И мы входим во второе десятилетие. Дай Бог, чтобы нам хватило здоровья, жизни. А энтузиазма нам не занимать. Мы будем и праздновать и 20 лет, и 30. Мне очень этого хочется. Дорогие друзья, дорогие одесситы, гости нашего города, я также радостно приветствую вас в связи с таким замечательным праздником джаза.
10 лет назад, когда мы только начинали фестиваль, я подумал, что если состоится 10-й, я впервые в своей жизни одену смокинг. Вот, собственно, это и произошло. А с Юрой мы договорились, что каждое десятилетие джазового фестиваля мы будем одевать смокинг. Так что на 20-м джаз-карнавале мы, я думаю, опять выйдем в смокинге. Вот, у нас есть замечательнейшие проекты, мы готовим уже с Еленой Ханга. Это будут проекты «Москва-Одесса», «Одесса-Москва». Она знает об этом. Она знает, она сейчас это подтвердит. Ну, собственно, и так уже очень много времени отнято от джаза. Я на этом заканчиваю. С благодарностью всем, дорогие друзья, дорогие одесситы, за то, что вы любите джаз. Я приветствую всю музыкальную джазовую элиту, да и вообще музыкантов города нашего. Будьте здоровы, счастливы, удачи вам и творческих успехов. Спасибо. Ура! Дорогие друзья, за счастливые 10 лет джаз звучал и на улицах, и на большой сцене возле оперного театра, в замечательных, непревзойденных гала-концертах, марафонов 4- и 5-часовых. Джаз звучал в море, и Михаил Павлович придумал джазовую регату. Была джазовая газета, но ничего это не состоялось бы, если бы не было активной поддержки спонсоров и мецентов. Одесский джаз-карнавал в Одессе открытым. Спасибо.